Откровение помыслов – один из важнейших аспектов аскетического делания. Раскрытие духовнику содержания своих помыслов, страстных влечений, сомнений в целях достижения спасения. Практика откровения помыслов подразумевает определенную духовную мудрость, добродетельность, опытность наставника. Кроме того, это подразумевает высокую степень доверия духовнику с одной стороны и знание духовником особенностей своего духовного чада с другой. Стороннему человеку, пусть даже и мудрому, бывает сложно понять, оценить и наставить того человека, с кем он прежде был незнаком, в глубоком понимании этого слова.